Всем привет! Сегодня мое видео будет посвящено моему дню рождения, которое было 14 апреля. Сегодня, конечно же, 13 мая, но ничего страшного. В этом видео вы посмотрите, как прошел мой день, а также вы увидите подарки, которые мне подарили. Начнем! Поехали! Я предлагаю начать не с 14 апреля, а с 13, потому что именно в этот день я впервые увидела свой торт. Я не знаю, что сейчас будет. Там кто-то приехал и... Вот там вот, видите, там какой-то мне подарок. Я так понимаю, на завтра. Там торт, я увидела! Да, там торт! Давайте посмотрим на это. Посмотрите. Он с цветами. Приступим к самому дню рождения. Я проснулась и пошла на кухню, где меня ждали мои подарки. Мне подарила моя сестра, это рисунок на холсте, который я вообще должна была вам показать, но я его потеряла, поэтому вы его не увидите. И я обожаю такие раскраски по номерам, потому что когда ты раскрашиваешь по номерам, то испортить практически ничего невозможно, и результат получается очень красивый. Моя мама подарила мне набор по созданию бомбочек, ну как я думала на тот момент, и конечно, я сразу начала их делать. Затем моя сестра ушла в школу, а я осталась дома веселиться. Потом я захотела посчитать все свои деньги, которые у меня были, которые мне подарили мои родные. После того, как я посчитала деньги, я решила купить себе кое-какую вещь. Мы с моей мамой стали искать в интернете. Но оказалось, что именно той, которую я хотела, нет и не будет в наличии. Поэтому нам пришлось что-то придумывать. Но если вы смотрите это видео, значит, я уже это купила. Но об этом чуть позже. Затем моя мама пекла торт, а я собиралась в школу. Потом мы поехали в школу, где я сняла вам несколько моментов. Бессмысленно сейчас вторая. Ладно, здесь это будет с большим смыслом. Беги с ними, все, ставите. Отлично, мы бежим тоже последний. Сейчас мы с третьим девочком бежим. Мы, правда, не побежали еще первым, но мы бежим уже последний. Вот сейчас мы пойдем и побежим. Я хочу сказать спасибо всем и каждому, кто меня поздравил в этот день, потому что, честно говоря, я думала, меня поздравят 3-4 человека, но их оказалось намного больше. После школы мы поехали в кафе, где я сняла вам несколько моментов. Мы сейчас приехали в ресторан. Мы сейчас приехали в ресторан «Дом Усач». А еще, в честь того, что у меня день рождения, у меня будет сладкий подарок от Чехов. Вот. На самом деле роллы мы ждали очень долго, но не зря ждали. Прошло много времени, и нам принесли это все. И что потом добавили звук? Все, ешь, да. Да, ешь, бери. Thank you.
Так как у меня был день рождения, мне принесли торт-пирожное, который приготовил шеф-повар этого ресторана. После того, как мы покушали, мы поехали домой, где нас ждал еще один торт. Конечно, все уже были наедены, никто не хотел его есть, ну, кроме меня, конечно. Блин, давай еще эту сломай. Теперь мы с вами переносимся на другое время, а точнее уже на май. 10 мая – это тот самый день, в который я купила то, о чем говорила ранее. И это MacBook. Давайте посмотрим несколько моментов за этот день. Давайте вот, можно конец, потому что я это видео перезаписываю уже в третий раз или четвертый. Теперь такой инструкт, который нужно дернуть. Вот, теперь открываем и вот специальник и достаем его. Он здесь у нас стоит. Переворачиваем, и вот он такой. Сейчас включится, сейчас нет. Да, он вообще включится автоматически. Ой, кстати, сейчас я хочу кляшек. Ну, подожди. Вот и все, что я хотела вам рассказать. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, поддержите его лайком, напишите комментарий и обязательно нажмите на красную кнопочку подписаться. Увидимся!